Уважаемые журналисты, сейчас госпожа канцлер и президент ответят на 4 вопроса. Мы начинаем с наших гостей, пожалуйста. Die erste Frage von Frau Smirnova, von Первый вопрос, госпожа Смирнова, Die Welt. Господин президент, в конце прошлого года на встрече с историками вы задали риторический вопрос. Что было плохого в пакте Риббентропа-Молотова? И недавно министр культуры господин Мединский назвал этот пакт колоссальным успехом сталинской дипломатии с точки зрения государственных интересов Советского Союза. Такие слова вызывают страх в Польше и странах Балтии. Вчера во время парада вы говорили о том, что необходима новая система безопасности. Как можно ее построить так, чтобы учитывать интересы Польши, стран Балтии, Молдовы, Грузии, Украины? И что может сделать Россия и Германия для того, чтобы избавить эти страны от страхов? Спасибо. Такой, знаете, вопрос, о нем можно дискутировать до утра. Но что касается избавления от страха, это еще и внутреннее состояние тех, кто боится. Им нужно все-таки пришагнуть какой-то, сделать какой-то шаг вперед, не жить фобиями прошлого, а смотреть в будущее. По поводу пакта Молотова-Риббентропа. Обращаю ваше внимание на ход исторических событий, когда Советский Союз, неважно даже, кто там руководил дипломатией, ясно, что руководил там Сталин, но он был не единственный человек, который думал на эту тему, на тему об обеспечении безопасности Советского Союза. Так вот, Советский Союз предпринял массу усилий создать условия для коллективного противостояния нацизму в Германии. Сделал многократные попытки создать антифашистский блок в Европе. Все эти попытки успехом не увенчались. Более того, после 1938 года, когда в Мюнхене был заключен известная договоренность о том, что были сданы некоторые области Чехословакии, допустим, некоторые политики считали, что война неизбежна. Черчилль, например, после того, как его коллега приехал в Лондон с бумажкой, с этой, и сказал, что я вам привез мир, Черчилль на это ответил, теперь война неизбежна. И вот когда Советский Союз понял, что его оставляют один на один с гитлеровской Германией, он предпринял шаги, направленные на то, чтобы не допустить прямого столкновения. И был подписан этот пакт Молотова-Риббентропа. И в этом смысле я разделяю мнение нашего министра культуры о том, что смысл для обеспечения безопасности Советского Союза в этом пакте был. Это первое. Теперь второе. Я напомню, что после подписания соответствующего Мюнхенского соглашения сама Польша предприняла действия, направленные на то, чтобы аннексировать часть чешской территории. И получилось так, что после пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши, она сама оказалась жертвой той политики, которую и пыталась проводить в Европе. Нам нужно вот это все оставить, надо иметь это все в виду, ничего не забывать. И если вы обратили внимание на то, что я вчера говорил, то я сказал, что по-настоящему эффективная система безопасности может быть построена на внеблоковой основе, на основе обеспечения равного подхода к обеспечению безопасности всех участников международного общения. Вот если мы сможем выстроить работу именно таким образом на базе Организации Объединенных Наций, то мне кажется, что мы добились бы успеха. Пожалуйста, продолжаем российский. Aus meiner Perspektive, ist dieser Molotow-Ribbentrop-Vertrag ja schwer zu verstehen, wenn man nicht auch das geheime Zusatzprotokoll im Auge hat. Und aus dieser Perspektive heraus halte ich es für eine Absprache, aus der Unrecht hervorgegangen ist. Das darf aber niemals darüber hinwegtäuschen, dass der Krieg, der Zweite Weltkrieg, vom nationalsozialistischen Deutschland ausgegangen ist und dass wir es zu verantworten haben als Deutschland, als damalige nationalsozialistische Deutschland und auch unsere historische Verantwortung darin besteht, immer wieder daran zu erinnern, dass wir
Millionen und Abermillionen von Opfern hervorgerufen haben und gleichzeitig zum Schluss die Rote Armee mit dabei war, als Deutschland befreit wurde.